Максим, все сидит с нами в Дискорде и подслушивает. Кидай прибыль. Превосходство офлайн. Да, боже. Да потому что сейчас опять тут по превосходству сиранул бой. Собака, привет. Сейчас я бомбить. Окей, сейчас я бомбить начну, услышите меня. Так, называю тактику проверка куста. Не пробьет. Вид. Не надо меня косить, блин. Жопой я правда. Я случайно. Я жирная. Двух дебилов развлекать чё. PayPal, привет. Кажется. Да, да я могу пороться, не, 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 какую пороться? Сейчас я займу позицию. Те пока не нагляют, насрать на них, надо отдефиться от города. Этого убивать. Не могу, ничего закидывать. Неплохо. Стой, не получай, не вылазь, я его хорошо заберу. У меня КД все равно. Подожди. Я сейчас бычок закину. Вика нахуй. Понятно, он не шьется. Я его заберу. Давай. Ты думаешь, мы затащим? Да. Просто вниз спустись и не получает ПТ. ПТ тупорылый у них. Хорошо. Да, все, говори, что делать, я делаю. Просто всё. Рядом будь и все. А, вон там. Если бы ПТ. Он сейчас упорится. Он тебя либо меня выйдет. Не, не выезжай, не выезжай. Сзади. Давай сзади. А он тупой, смотри, что у него за пушка. Так, забить ему. Заберешь? Ага, еще он пришел. КД. Все нормально. Он не пробивает. Блин, ты меня закрыл. Шопа, нормально, всё. Блин, если ты сейчас будешь видеть, я по нему не дам. Все хорошо. О, он наглеет. Да. Бля, не пробило. Все нормально. Все нормально. Да, 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 пробежишься. Господи. Блять, пиздец. Сейчас я пытаюсь закончить. У меня 10 секунд. 7, 6, 4, 2. За пизда. Каточек надо, каточек. Обновляй. Блять. Ой, я танканул. Ага. У меня все, у меня кадр. Я его заберу сейчас. Давай. У меня не прошла альфа. Ну ты же все равно успеешь, нет? А, я его закурю. Блин, нет! Секунду. Нет! Успел. Блять, хайвик. Нет, мне сейчас либо это заберет. У меня альфа не прошла.
Ты видела? Да, видела. Фугас. Ну да, это все. Тупые дамы. Я делала, что могла сделать. Жесть. Я делала все, как мне говорили. Виктория, это было неплохо. Согласитесь. Всем спасибо за просмотр, друзья. Надеюсь, вам понравился ролик. И как вы могли заметить, это бой со стрима. Я думаю, не стоит писать в комментарии, что мы бой не выиграли, так как мне этот бой понравился. Я решил его выложить отдельно на канал, так как даже при поражении бой получился очень красивый и напряженный. А так, ребят, всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся на стримах.